Всем доброе времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Наталья Крайник. Сегодня я была в лесу, собирала грибы, маслята. И буду готовить жареные маслята на зиму. Собрав маслята, ну здесь я взяла где-то, у меня 1,5 килограмма, я их взвесила. Я их почистила от мусора. Ну, там листочки, что там появляется, грязь какая-то убрала. Ножки почистила. Такие вот они у меня разные. Тут и вот такие есть у меня, и маленькие, и большие. Ну, какие были, такие я и собирала, так сказать, какие были. Сняла кожицу, конечно же. Сразу же снимается кожица. Я их не замачиваю, так удобнее. И быстрее, легче снимать кожицу со шляпок. Потом, сейчас я грибы еще промою проточной водой. И переложу в кастрюлю. И ставлю на плиту. После закипания оставляем вариться грибы на 40 минут. Плиту выставили на 40 минут. Вот и прошло 40 минут. Слили воду через дуршлаг. Оставили остывать грибочки, чтобы немножко и вода стекла. И начнем, чуть-чуть остынут они, и начнем их нарезать. Нарезаем грибы. Берем такими небольшими. Грибы перерезав, порезав, а в это время поставили мы сковороду на плиту, добавили подсолнечного масла ложки 3 и на разогретое масло выкладываем грибы. Выложили грибы, жарим их в течение 20 минут, на чуть ниже среднем, на среднем выставили, и периодически повешиваем. Крышкой не накрываю. Прошло 40 минут. Две головки среднего лука я натерла на терке. Можно порезать и полукольцами, но мы предпочитаем всегда, чтобы лук был на терке. И добавили грибам. Все это тщательно перемешиваем. И оставляем готовиться еще минут 10. И не забываем перемешивать, потому что чтобы не подгорело.
Прошло 10 минут. Лук стал более прозрачным. Соли по вкусу. Пол ложечки перчика черного. Лимонной кислоты положим. Это четвертую часть ложечки. Кусочек масла. Перемешиваем. Масло сливочное, конечно, положите. 60 грамм, 50. Убавляем температуру. Грибы сняли с плиты. Берем хорошо помытые стерилизованные баночки с крышечками. И еще горячие грибы выкладываем в баночку. Закатали крышечкой, оставляем банку до полного остывания, затем уносим в холодное место, у меня я подвал отношу, и храним не более полугода. Ну, сейчас же новогодние праздники, вот уже скоро, так что долго не задержатся у нас грибочки. Всем, кому понравился мой рецепт, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами была Наталья Крайник. Спасибо, мои дорогие, за ваш, что вы были со мной до конца. Всего самого доброго. Всех люблю, уважаю. До новых встреч. До свидания.